на основе оксида кремния, что-то я такой. Это вот, значит, это вот пробочка такая, она вставляется сюда. Ну, тут можно всякие провода пропустить, по краю вот сюда задвигаешь. Далеко. Образующие провода? Да, по образующие. Это вот, так сказать, я вот этой технологией очень доволен. Так задвигаешь, здесь вот провода все высовываешь, да, заливаешь двухкомпонентным силиконом. So this is where you're putting the silicon sealant. Да, заливаешь потом силиконом. So there's not a lot of thermal conductivity along here, so. Да, прямо вот сюда. Okay. И герметизация прямо исключительно получается. Потом сюда вставляешь иголку от шприца и что хочешь делать. Хочешь манометр. So you're injecting hydrogen through. Да. Okay. So you're using a hypodermic syringe. Okay. Yeah. So I'm gonna look at this with the Narugo. Yeah. Okay.